Приветствую вас на канале Hardware Set Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Poco X3 Pro включить блокировку приложений отпечатком пальца. Для этой операции нам в первую очередь, что нам нужно будет сделать, это добавить отпечаток пальца. Для этого, чтобы это сделать, как это сделать, если вы же не знаете, как добавить отпечаток пальца, можете найти видео-туториал, как это сделать на данном устройстве у нас на канале. Смотрите это видео, добавляете отпечаток пальца, затем переходите в отпечаток пальца, включаете здесь функцию защита приложений. Затем, что нам нужно сделать, это перейти в раздел приложения, защита приложений, нажимаем включить. Затем вам нужно будет задать альтернативный способ защиты ваших приложений, кроме отпечатка пальца. Вам предлагают графический ключ, можем изменить его на цифровой код или же на пароль. Затем вводим наш пароль, затем его подтверждаем. Следующим шагом вам предлагают зайти в Mi аккаунт, можете зайти и привязать прямо сейчас, можете пропустить этот шаг. И затем здесь вы можете выбирать, какие приложения вы будете заблокируете. Давайте заблокируем, к примеру, только Google Chrome. И нажимаем «Использовать защиту приложений». И теперь, как видите, я не могу открыть Google Chrome, не введя пин-кода или же просто не. Надо сначала ввести. Теперь у нас Google Chrome разблокирован, но чтобы его снова заблокировать, можем заблокировать экран. И теперь, как видите, Google Chrome у нас тоже заблокирован. Мы его не можем открыть, но при помощи нашего отпечатка мы можем им пользоваться. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!